то, что мы проводим наше всероссийское совещание по финансовой грамотности именно в Краснодарском крае, говорит не только о хорошей погоде здесь, да, но и о том, что уделяется большое внимание финграмотности. Само совещание закрытое проходило в ведомственном санатории Центрального банка. Михаил Мамута курирует защиту прав потребителей. Продавать полиса ОСАГО через интернет – одно из решений регулятора. В Центробанке признают, услуга пока новая, есть определенные вопросы. Тем временем идет разработка стандарта ответственного ипотечного кредитования. Документ призван упростить реструктуризацию задолженности в случае, например, потери работы или болезни. На подходе закон, который обяжет информировать потребителей о том, что переносить накопительную часть из одного пенсионного фонда в другой, не потеряв при этом проценты, можно лишь один раз в 5 лет. Само правило отменить нельзя, потому что вложения долгосрочные, и компании распоряжаются ими соответственно. Отдельная и актуальная тема – микрокредитование. Мы всем советуем брать кредиты, если человек четко понимает, зачем он их берет и как он их будет отдавать. Любые, не только микрозаймы. Получение кредита должно быть оправданным экономическим процессом, когда выгода перевешивает издержки. А уж финансировать, чего точно нельзя делать, это финансировать за счет коротких кредитов длинной покупки. То есть человеку захотелось съездить в отпуск, он взял займ до зарплаты, куда-то поехал, а потом пытается в течение полугода это отдавать. Так не бывает, это уже не работает, потому что он на то и займ до зарплаты, что он должен покрывать экстренные неотложные нужды. По словам Михаила Мамуты, научить население правильно использовать финансовые инструменты – одна из главных задач. В Краснодарском крае данной темой занимаются уже 9 лет. Принят региональный закон. Более 300 экспертов проводят занятия в вузах, на предприятиях. В прошлом году они прочитали более 2000 лекций, примерно для четверти трудоспособного населения. Детям в игровой форме преподают азы, а в ближайшее время для них издадут специальный учебник. Родители деньги зарабатывают, что они их получают всего лишь 2 раза в месяц, что нужно правильно планировать собственные расходы, что не нужно делать импульсивные покупки. Ну и, естественно, те деньги, которые у ребенка есть, их тоже нужно либо уметь складывать, откладывать, собирать, в общем-то, покупать именно то, что необходимо. На днях Центральный банк совместно с агентством стратегических инициатив запускает тест по финансовой грамотности. Его может пройти любой желающий. Обещают, что найти страницу в интернете будет несложно. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.